Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду играть на сайте chess.bot. Погнали! Я буду играть на полной скорости. Так, надеюсь, мне попадется белый, потому что я хочу сыграть дебют гроба. Ага. F3. E3. Конь C3. B3. Забираем. Слон E2. Так. Размениваем. И играем ферзь D2. Далее вот так вот. Длинная рокировка. D4. А3. Атакуем его коня. Так, он жертвует коня. Мы играем. А, он не жертвует. Он просто отдал. Так. Ферзь C4. Можно дальше сыграть король D2. А, не. Забираем лучше ладьей. Ладья H2 последует. Последовала бы. Играем так вот. Атаковать нужно. Играем ферзь H4. Так, ждем хода от соперника. И он играет. Ага. Ферзь H7. Так вот, и давайте и сюда. И после ладья 3 не могу забрать. Да, вот так вот связываем ладью. Блин, что я сделал? Мне просто мышка соскользнула. Блин, нужно как-то... Ага, он тоже. Стоп, нужно как-то вот так вот. C3. Нужно съесть. Нет, я не сюда, я лучше сыграю. Не даю ему пролезть. Блин, хорошо сыграть. Давайте король b2. Ничья. Все, я смог его как-то обмануть. Давайте новую, следующую партию. Дебют гроба. Это, да, я впервые сыграл дебют гроба. Соперник как-то королем сыграл. Блин. Да, он тупо сыграл как-то. И у меня уже позиция хорошая. Мы же конем сюда, на b4. Далее такое ладьё. Делаем такой вот трюк обратно. Оп. Забираем. 2-0. Можно их-то забрать сюда. Забрали просто. Можно забрать еще здесь. Так, ну он как-то хочет обострить ситуацию. Но у меня это хорошая позиция, мне не надо. Я могу просто сыграть и выиграть. Но он, конечно, шар взял, потому что слабые игроки сразу, лишь бы шар сделать. Из-за этого мы понимаем, что они не совсем сильные. Противник, но по рейтингу видно. А, ну зачем мне? Я просто могу его замотовать. Может быть, сделать хоть трюк шах, давайте шах и ферзь. Так, мат нету, да. А то я вижу, что вдруг вижу, что он мотает мне. Сюда. А, слон Е6. Шах, давайте. Так, шах. Шах. Ну, он типа будет меня мучить. Ну, мы выйдем от партии. Давайте следующую партию. Соперник был из Австралии. А, нет, это Новая Зеландия. Я просто флаг перепутал. Давай теперь B4. Я такой игрок. Я люблю хулиганить, так сказать. E4. H3, G4.
Конь d4 сыграть. Ну ничего. Это же болт, а не блиц. Ну, полностью мне плохую позицию загнал, конечно. Давайте так. Король b2. Сейчас последует. Король b2, конь e4. И солнце 2, конь d4, давайте. f4 можно. Блин, страшно. f4, e5. А, забираем. Блин. Мы можем съесть. Так. Нужно как-то вникнуть в позицию. Куда? Фей за 3. Блин, ну... Ай, он бьет. Король d3. Один до 1. Но по времени умирал. Ай, мат. Но соперник был сильный. Вот так вот, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, дорогие друзья. Всем пока-пока.